вечер. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні у нас гість в студії Гордій Білов, заступник Очаківського міського голови. Доброго вечора, Гордій Олександрович. Ми вітаємо вас в нашій студії. Втім, сьогодні я пропоную... Ні, не так треба почати. Як правило, коли ми зустрічаємось у цій студії, ми говоримо про якісь там економічні питання, соціально-економічні, про політичні, можливо. Але жодного разу з вами в студії ми не обговорювали таку цікаву тему, і я вважаю важливу тему не лише для нашої області, для Очакова, загалом для України. Тема культури. Українці – нація культурна, але останнім часом якось ми так, ну, культуру десь ми її від себе відсунули. Але ж вона варта того, щоб її розвивали. Тому хотілося б сьогодні поговорити як з діячем культури в тому числі. Я відкрию таємницю, можливо, для наших глядачів, що Гордій Олександрович теж виконує, пише і виконує пісні. Ну, але про це ми теж поговоримо трохи пізніше. Пане Гордій, про культуру, як ви вважаєте, в якому вона стані сьогодні, якщо ми говоримо, ну, про Миколаївську область і на прикладі Очакова? Ну, я могу сказать одно, что в любом случае сейчас мы живем в ту эпоху, когда тренды культуры диктует нам мода, когда во время информационных технологий, когда интернет, телевидение, когда коммуникация развита на, наверное, 100%, наверное, на все 100%, да, благодаря гаджетам, телевидению, интернету, всему-всему. То есть сейчас культуру корректировать в общем достаточно тяжело, потому что постоянно идет обновление культурных продуктов, информационных продуктов. Какими управлять информационными потоками сейчас, вот скажем, на вот говорить вот в Николаевской области, в Украине в целом, сейчас уже культура стала мировая. И глобализируется и это тоже, да? Да, да. И сама культура, она, в общем-то, уже, ее рассматривать в отдельно взятом аспекте, как, вот скажем, культуру города, области, страны, ну, уже достаточно тяжело, потому что вот есть мировой тренд, а уже под него идет потом адаптация на уровне страны, области. Культура. Да, да. Ну, вот мы сейчас говорим в общем о таком каком-то направлении культуры, вот в целом мировой, да. Тот, кто задается мировой тренд, а под нее потом же все просто адаптируются. Это и в живописи, и в музыке, и в театральном искусстве, везде. Вот. Что касательно Николаевской области и вообще юга Украины, если так посмотреть, да и в целом страны, то украинская культура, она была, она есть и она будет. Сейчас мы живем в эпоху кризиса, в эпоху нехватки бюджетов, вот скажем, если говорить о государственных инвестициях, инвестиции в культуру, они сейчас вот принято их называть продюсированием, то, наверное, ну, тут есть о чем говорить, потому как любая культура, любой шоу-бизнес, любая творческая деятельность, она финансируется по остаточному принципу. То есть, ну, так не должно быть. Это реалии, те, из которых нужно исходить. Нам хотелось бы чего-то лучшего, потому что, опять же, в тех условиях, в которых мы сейчас живем, в условиях той же войны, когда украинцев, наши соседи, ну, так скажем, да, они называют и не нацией, и людей без культуры, без языка и так далее и тому подобное, да, культура, понятие культуры выходит на иной уровень, нам надо становиться более культурными, надо сохранять традиции в том числе. Я вам могу сказать, когда вот говорят все то, что от наших соседей, я всегда вот представителям наших соседей отвечаю, что все-таки Киевская Русь, а не Россия Киевская, правильно? Поэтому, наверное, альма-матер всей нашей общей славянской культуры исходила из наших земель. И что касательно культуры области, города Очакова. Ну, уже ни для кого не секрет, мы об этом много говорим, и нам уже удалось достичь городом той позиции, когда мы позиционируем Очаков не только как курортный город, а как исторический культурный центр. В этом году мы будем праздновать 525 лет городу. И Очаков – это сегодня исторический культурный центр Черноморского побережья Украины. Вот, и
наличие богатой культуры, наличие творческого потенциала внутри города. Вот сейчас уже сколько мы работаем с ним, люди активизировались, несмотря вот на всю войну, потому что в любом случае, как вот было во время Второй мировой войны, был целая история театра, скажем, театр, военный театр. Так вот и сейчас уже тренды, вызванные той трагедией, мы называем ее АТО, хотя это война, уже есть истоки и, как правильно сказать, вот прослойка, творческая прослойка, которая творчество уже направляет вот, исходя из наших реалий. Это вот, скажем, рок-фестиваль, песни, рожденные в АТО. Вот, это уже лирика, рожденная в АТО. Это, заметьте, вот как сейчас стала мода, милитаризация моды, mm-hmm. да, то есть в одежде. Да, да. У нас постоянно как-то в одежде какие-то военные элементы присутствуют. И это, в принципе, это все отпечаток вот тех вот реалий, в которых мы живем. Сейчас опять стало престижно быть военным. Это престижно, это модно, это стереотипно. Вот скажем, ну, ни для кого не секрет, даже еще 5-7 лет назад, ну, военный как-то, ну, военный-то и военный, да. Сейчас военная – это гордость, внимание. Это герой. И это все отражается и в музыке, и в моде, и в мышлении, и везде. Вот согласитесь, поэтому сейчас в Украине, на мой взгляд, рождается вот тот класс культуры, который, в принципе, берет свое начало еще с казацких времен, с казацких боевых песен, с казацкой школы. Сейчас возрождается казацкая педагогика. То есть пазлы истории и реалии сейчас сходятся. История, в принципе, циклична. Вот. Вот, то есть этот цикл сейчас опять повторяется. К сожалению, это все вызвано болью, трагедией, вот то, что у нас сейчас происходит в стране. Но это те тренды, которые еще последующие 5-7 лет будут в моде. Вот. Ну, хорошо, да, в культуре, безусловно, все это будет отражаться. Но мне вот интересно ваше мнение, куда вектор держать? Либо сохранять какой-то баланс, да, вектор на новации? Нет, или вектор на сохранение традиций? Я придерживаюсь мнения, что классика вечна. Понимаете, как вот кто-то из великих говорил, чтобы творить, нужно знать, а потом от знания освобождаться и творить свободно. Базисная опция должна быть, чтобы научиться писать картины. Нужно научиться рисовать сначала, да, то есть пройти какую-то базовую школу, да. И все-таки в Украине настолько богатая культура и песенна, и живопись, и танцы. Нам есть откуда черпать в истоках нашу культуру. Нам не нужно подстраиваться, знаете, как вот раньше было модно, вот если, насколько я с детства даже еще помню, в начале 90-х было модно там американский флаг, канадский флаг, британский флаг. Да, это была мода. Сейчас в моде украинский флаг. И это победа, и это тренд. Вот, поэтому тут, знаете, нужно придерживаться, как вот Тарас Шевченко говорил, учиться навчаетесь, чужому навчаетесь, то свого не цюраетесь. Вот где-то так. Мы должны ловить тренды мировые, но в любом случае у нас своя базисная опция настолько мощная, настолько креативная, что, в общем-то, я думаю, что нам не стоит особо ничего нигде перенимать. Хорошо, определенным образом мы коснулись живописи, насколько я знаю, Очаков. Я, собственно, и сама была, да, там, наблюдателем событий. Очаков, украинский Барбизон. Да. Так, живописи художникам в Очакове, в городе. И я знаю, что вы, в общем-то, курируете этот вопрос, да, уделяется достаточно много внимания. А для чего это вам? Ну, я вам скажу, внимание живописи, культуры, вообще культурного сектора Очакова, это наша, ну не то чтобы основная задача, но это одно из приоритетов. А вы хотите это сделать такой фишкой? Наш некой, да? мэр города Сергей Николаевич Бычков планирует и идет к тому, что мы откроем галерею современного искусства имени Николая Николаевича Прокопенко. Вот сейчас мы готовим под эти цели здания. Николай Николаевич Прокопенко обещает нам, уже часть картин подарил городу, и обещает подарить еще до 200 картин. То есть будет давайте, его галерея. Давайте скажем, кто это? Это народный художник Украины, ну, Николай Николаевич Прокопенко. В общем-то, ну, это мировая величина в живописи. Это, говорят, украинский да? Пикассо. Вот. И ему очень нравится Очаков, и он с нами сдружился, и мы с ним. Он, помимо того, что очень талантливый человек, он и хороший человек.
Ну, у вас, собственно, есть живописные места. Он всегда говорит, я с собой, ну что, я с собой это все не заберу. Вот оставлю здесь, спасибо вам, вот сделайте галерею, пусть будет детям. Вот, и пусть будет всем тем, ну, кому мое творчество будет полезно и будет ценно. Ну и вот так. Поэтому, что касательно, ну, кроме вот Очаковского Барбизона, регулярно в Очакове проходят выставки живописи. Музей Сутковского, вот уже я знаю просто по николаевским тусовкам художников, они говорят, вот какой-то он легкий, этот Очаковский музей Сутковского, потому что там вот где, вот с него как-то вот начинается там выставка, какая-то экспозиция, а потом как-то легко идет дальнейшая вот выставочная деятельность художника. Он говорит, он вы какой-то фартовый, а мы этим пользуемся. Я имидж буквально недавно, молодая художница презентовала свою выставку, и я ей об этом говорил. Вот, ну и в принципе, она говорит, я это уже слышала. Вот как-то всегда художники к нам едут с удовольствием. Ну, опять-таки, не только художники, и постоянно и на базах отдыха, и в муниципальных форматах проходят фестивали. Мы сами же своими усилиями, городским отделом культуры, молодежи, спорта, религии и туризма проводим постоянное мероприятие. Вот, скажем, прошлое лето у нас было просто ударное, потому что по количеству культурных мероприятий Очаков, не беря во внимание Николаев, понятно, областной центр, первое место по области, потому что так или иначе я отслеживаю ситуацию по городам. Есть обратная реакция, вот интересно, как жители Очакова, которые долгое время, насколько я понимаю, да, вот они, ну да, курортный городок, ну, вот, тихий, сонный курортный городок, а тут вот шарах и столько культурных событий, столько людей. Ну вот люди, понимаете, вот что такое творческая деятельность, ее нужно как-то породить интерес. Это то, что нужно предложить, где предложение порождает спрос. И я думаю, жителям Очакова стало интересно, потому что каждый раз какое-то, вот как вот говорят в театре, да, чем будем удивлять. Вот, вот сегодня выставка, потом экспозиция, потом какой-то квест. Вот, и в принципе люди уже, вот в общем-то, я думаю, что в темпоритм этой культурной жизни вошли. Сейчас идет курортный сезон, отдыхающий, но уже все спрашивают, а когда будет там вот, сейчас 24 августа, мы планируем большое мероприятие, потом День города 525 лет, потом еще череда параллельно идущих фестивалей, которые, вот скажем, прошел хорошо фестиваль «Едына Родына», но это проводил областной департамент образования. Мы все свои усилия сосредотачиваем на детское творчество, потому что, ну, по большому-то счету, все ведь ради детей. Ну да, потом уже идут все остальные по остаточному принципу. Сейчас мы на 24 августа распланировали большой комплекс мероприятий, начиная с 23 августа и на 24, что не просто концерт, сцена, поют, танцуют. То есть то, к чему параллельно, в принципе, привыкли, идет, да? Параллельно идет ярмарка, параллельно мы сделаем спортивные соревнования в центральной зоне парка. Параллельно будет стоять вот уличная пианино, где каждый, кто умеет, пусть сыграет. А если не умеет, но хочет? А пусть учится и играет. Вот. Параллельно будет школа искусств рисовать портреты. А все деньги собранные, то есть мы делаем вот все концерты, вот все комплексы мероприятий, будут собираться пожертвования на помощь ребенку-инвалиду. Угу. Вот. То есть весь комплекс. Это ребенок, который живет в Очакове. Это очаковский ребенок, которому будут все средства, собранные на продаже ярмарки, вот спорт соревнований, всего, они потом будут переданы этому ребенку. Вот такая вот, ну, кто сколько может. Поэтому, ну, любое действие, оно должно, знаете, все должно быть в одном едином решении. Не должно быть все в раздрай. Вот. Всему должна быть предана форма, ну, на мой взгляд. И вот, скажем, я прослеживаю ситуации в других райцентрах, в других городах областного подчинения. Ведь все, ведь по сути, города вот областного подчинения, это Очаков, Южноукраинск, Первомайск, Вознесенск, да? Вот если знать область, ведь, казалось бы, рядом все находится, а ведь по-разному все происходит. Люди по-разному привыкли веселиться. Кто-то более в народное творчество, кто-то больше в спорт, кто-то сюда. Все районы, настолько вообще Николаевская область, она интернациональная, и разные люди, и разные, не то чтобы разные культуры, разные формы, понимаете? Одна культура, разные стили проведения мероприятий. И мне кажется, что просто вот нужно... Они не менее интересны. Они не менее интересны, они просто вот по-другому. Вот просто недавно в Очаковском районе, в селе Куцуруб, проводили они фестиваль карася.
просто народное гуляние, но оно их. И оно веселое, оно классное. Много жителей Очакова туда ездили, я знаю. Вот. Я, к сожалению, так жалко, проезд... Жалко только, что в нашем лимане, кроме бычков, карасей, редко можно это выловить. Просто были вот такие веселые народные гуляния. И я знаю просто вот по селам, местные... Ведь вся культура, вот сейчас вот сойдем к области, да, что вся культура, она проводится местными органами самоуправления. Это, начиная от Селочной Радычи, объединенной территориальной громады, города, района. Вот там основные генераторы культуры. Не в области. В области может быть там общая координация, какие-то общие наставления, рекомендации, хотя можно много об этом говорить. Все, что происходит, вся культурная жизнь в районах, она осуществляется местными усилиями, потому что там на местах виднее, кому и как сделать лучше. Хорошо, какое-то время назад мы делали материал о том, что в Очакове снимают так большое кино. Да, да. А, вот интересно было бы об этом услышать. Какова судьба этой ленты? Значит, что это за какова судьба? По плану это госкино, это госзаказ. Там подключено несколько продюсерских студий, есть один продюсер. Сюжет фильма, то есть Очаков стал... Крымом. Наш заливчик, вот там вот в районе порта, это стало озеро Данузлав. Сюжет того, как крейсер Черкасы, тральщик Черкасы, да? Выходил из озера Данузлав и как его российские оккупационные силы не выпускали. И честно, тогда, наверное, весь Очаков сбежался на натурные съемки. Я вам скажу, что первое, ну, во-первых, они снимали там на территории закрытой, так бы и не получилось. Но я знаю, что многие с интересом и принимали там участие в массовых сценах, ну, снималось большое кино. Более полный того, метр. Мы в прошлом году купили в коммунальную собственность города кинотеатр, который планируем сделать киноконцертным залом. Собственно, это тоже о культуре. Да, да. Продолжайте. И сейчас, мы вот в этом году, этим летом, все усилия сосредоточили на ремонт школ, садиков, санацию, там, меняем окна, готовимся к отопительному сезону. И, в общем-то, по кинотеатру сейчас только опять вот все идет в процессе старта его ремонта. Но мы поддержку кино договорились о том, что этот наш кинотеатр стал павильоном для съемок фильма. Вот, то есть наш кинотеатр стал, первые его шаги уже в коммунальной собственности города, он стал павильоном для съемок крейсера «Черкасы». Они там внутри настроили каких-то больших декораций, там внутри как была палуба, то есть полномасштабный, он как раз подходил по проекции, и очень было интересно. То есть они там около 3-3 недели длились съемки, потом они уехали, и буквально вот сегодня утром я встретил, они говорят, а мы вот опять снимаем, сейчас доснимаем картины. Вот, ну, вот так. Ну, собственно, ведь киностудия Довженко, да, правильно я помню? Да, там на базе киностудии Довженко, но там какие-то ряд но, еще... Ну, в Украине, да, есть Одесса, например. Вот. Есть там, я не знаю, там город Южный, еще что. Почему Очаков? На мой взгляд, потому что, знаете, вот мы позиционируем себя как культурный центр, и где-то это и породило интерес. На мой взгляд, вот это и есть один из сегментов, вот я уже об этом говорил, в том числе и вот работникам кино, съемочной группе, я говорю, вы посмотрите на город, какие ландшафты, можно снимать Крым, можно снимать Азию, вот благодаря вот этому всему, можно снимать все, по сути, ведь геолокации, природные данные для кинематографии практически идеальны, вот море, острова, Кимбрусская коса, все есть для того, чтобы снимать. Говорят, мы поняли, мы будем иметь в виду, мы уже пустили слух. Потому что вот главный минус Очакова в том, что он как-то вот выпадает из информационного поля, понимаете? Вот все знают, да, где-то Очаков есть, а то, что, в принципе, это райский уголок, ну, я его так называю, знают не все в Украине. Но теперь уже многие знают. И я вам скажу, я вот просто смотрю по заявкам на гастроли, кто вот из актеров подает, этим летом желающих дать гастрольные туры гораздо больше. Ну, там по тем или иным причинам они много, очень, к сожалению, мы вот не успеваем с кинотеатром, но когда мы его откроем, это будет большая концертная площадка. И гастрольный поток будет, гастрольные туры, вся логистика гастролей будет простраиваться. Они, Одесса, Николаев, там Херсон дальше. Я уверен, Одесса, Чаков, Николаев. Ну, я так понимаю, это в курортный сезон? Это в основном это курортный сезон. Ну, на внекурортный сезон...
Мне сейчас тяжело сказать, потому что население города больше 14 тысяч, из них, опять-таки, все зависит на цены на билеты. Скажем, если приезжает артист, у него билеты по 1500 гривен, в Очакове немного людей, которые смогут себе позволить пойти на такой концерт. Если билеты будут в районе 200 гривен, 300, да, я думаю, что вполне актеры смогут собирать залы. К сожалению, мало гастролируют. Вот мне непонятно, вот в частности, культуры области, что много гастролируют вот частных цирк. Было двое гастролей цирка. Вот сейчас буквально вчера один уехал. Приезжают какие-то антерпризы, театры частные. Но вот государственных гастролей, государственных театров, концертов государственных, вот все то, что можно было бы встретить там от области, ну, к сожалению, мало. Мне вот, я не понимаю, почему. Вот, скажем, гастролей, кукольный театр, как кукольный театр. Но сейчас вот используется площадка одного из санаториев, сценическая. То есть у них есть зимний зал, и там, в общем-то, приезжают все гастроли. Там проводятся фестивали. Вот сейчас проводили там целые 3 фестиваля подряд на территории той площадки. Ну, мне кажется, что как-то больше руководству вот культуры, вот те, кто отвечает за культуру в области, нужно уделять внимание, я не говорю конкретно о Очакове, а вообще о районах. Вот, потому что, наверное, культура, она должна идти, ну, как бы банально не звучало, культурно в массы, да, а не только в городе. Вот что мешает делать гастроли, скажем, у нас, вот считайте, сколько талантливых коллективов в Николаеве, которая находится непосредственно в управлении области. Я не беру город. Город – это отдельная громада. Да? Сколько? Вот два театра. Три театра, ну, плюс кукольный. Сколько коллективов вот, непосредственно в распоряжении? Никто не приезжает. То есть гастрольную деятельность область не ведет. Никаких писем от государственных структур, ни от украинского театра. А приглашайте сами. Ни от русского театра не приходит. Понимаете, я отвечу, мы там можем пригласить кого угодно. Но, насколько я знаю, что есть какой-то плановый график мероприятий. Вот, скажем, гастролей в планах нет. Театра. Ну, насколько я знаю, там, к сожалению, нет никого. Поэтому нужна такая просьба вот к тем, кто отвечает в области за культуру, немножко работать с районами. Мы, скажем, Очаков, мы достаточно культурный сегмент выполняем сами. Но есть те районы отдаленные, куда нужно ехать, где нужно работать, где они нужны. И нужно, в общем-то, я считаю, им более сосредоточить свое внимание на проблемах культуры области, а не конкретно на каких-то отдельных взятых мероприятиях города Николаева. У меня есть предложение. Да. Выступить Гордею Александровичу с концертной программой. О, да. Не, ну я сразу, я всегда отделяю свою деятельность как хобби, потому что с работы я его не мешаю, но в целом, может быть, все. А почему такое хобби? Ну, знаете, я с детства занимался музыкой, и потом там в юности были рок-группы, потом чуть постарше, как вот, знаете, все организовывали свои коллективы. А сейчас уже вот где-то после 30 лет так вот начал что-то, ну, дома сидеть, там какие-то песни под гитару. И, наверное, ребятам играть песни, вот так вот друзьям близко. Они говорят, ну запиши. Ну я и записал. И выложил в интернет. А оно пошло на радио, туда, везде. И вот как-то так оно само, я, честно говоря, даже никаких усилий не прилагал. Но я принципиально это не путаю с работой себя, как должностного лица. Но в целом, где-то, да, может быть, когда-то. Это интересное хобби. Ну да. Гордей Александрович, у нас просто, у нас осталась буквально одна минута. Да. Недавно, снова возвращаясь к нашим северным соседям, да, недавно один деятель высказался по поводу Очакова. Вот интересно было бы мнение очаковцев по поводу этого высказывания. Я вам скажу, мнение однозначное, естественно, оно негативное. Просто, на мой взгляд, во-первых, ну, я прошу прощения, мы говорим о выступлении Жириновского. Мы говорим о выступлении Владимира Вольфовича Жириновского, где он пообещал уничтожить Очаков, где он пообещал, как он сказал, сгребсти это все в море. Ну, во-первых, даже слова не стоит его воспринимать серьезно, это раз. Второй аспект, даже если их воспринять серьезно, мне кажется, что просто то, что он там говорил, американская база строится, это банальная истерика и банальный страх
того, что Украина станет сильнее. Вот. И то, что, в принципе, все то, что он сказал, ну, на мой взгляд, мне кажется, если он такой весь, как он позиционирует себя, как патриот того русского мира, о котором он так часто говорит, то им вообще, знаете, даже не хочу серьезно об этом говорить. Мой совет один. Вообще, Жириновского можно говорить серьезно. Мой совет один. Вот те, кто слушают Жириновского, пользуясь или ему подобных, пользуясь то, что называется случаем, я все-таки верю в то, что в российском обществе есть нормальные, здравомыслящие люди, которые понимают, какая трагедия сейчас происходит в Украине из-за российской агрессии. И те, кто понимают, пожалуйста, не отпускайте на войну в Украину своих сыновей, мужей, братьев, потому что здесь они все погибнут. Потому что так, Украина воюет за свою землю. Вот и все. В принципе, поэтому дальше говорить о каких-то Жириновских даже нет желания, это все несерьезно. Я дякую за те, що завітала до студії. На жаль, наш час вже вичерпано. Не хотілося б такою нотою закінчувати наш ефір. Тому, скажімо так, будемо сподіватися, що українська культура, українська національна культура лише розвиватиметься. Я дякую 100%. За те, що завітала до студії. Дякую за розмову і на все добре. Спасибо.